Сделать ремонт в актовом зале, заасфальтировать площадку школы или же заменить окна. Для школы номер 6 все эти вопросы актуальны. Однако, куда направить средства, решают родители. Деньги можно получить по программе поддержки местных инициатив. Средства в сумме 1 миллиона рублей на конкурсной основе выделяются из республиканского бюджета. 15% от стоимости проекта направляет местный бюджет. Однако для реализации проекта в случае победы в конкурсе потребуются денежные вложения со стороны родителей. В 6-й школе уже имеется положительный опыт участия в данной программе в прошлом году. Мы выиграли этот проект, заменили 59 оконных блоков. Мы полностью поменяли блоки в младших классах, потому что там у нас было с южной стороны и, в общем-то, было довольно-таки прохладно. Сейчас уже в кабинетах очень тепло, очень эстетично, очень красиво. Родители учащихся младших классов отмечают положительные изменения в учебных кабинетах. Говорят, что работа была нужная. Даже у меня дочь говорит о том, что стало намного светлее, теплее. И как-то, говорит, ощущение, как будто я дома. То есть, ну, само по себе уже даже ребенок это замечает. Конечно, стало лучше. О чем тут говорить? В этом году родители изъявили желание еще раз принять участие в программе ППМИ. По словам педагогов и родителей, актуальны все проекты – и асфальтирование, и ремонт в актовом зале, и замена окон. В прошлом году родители выбрали из трех вариантов именно замену окон в младшем блоке. И один из моих детей учится сейчас в начальной школе. И, конечно, мы отмечаем, что стало и теплее, и светлее, и вообще эстетичнее. Дети с большим удовольствием, как мне кажется, по крайней мере, мой ребенок с большим удовольствием идет в школу. Но у меня в этой же школе учится также и старший ребенок. И поэтому, с одной стороны, хотелось бы, конечно, замену блока именно вот в старших классах. С другой стороны, конечно, хотелось бы и заасфальтировать двор, и отремонтировать актовый зал, потому что хочется, чтобы школа не только была теплой и уютной, но еще и красивой. Что нужнее школе, выбирают сами родители путем открытого голосования. В итоге большинством голосов принято решение о замене окон теперь в старшем блоке. Ну, конечно, один из самых, наверное, таких потребных проектов – это проект в замене оконных блоков. Нашей школе уже 27 лет, и оконные блоки не менялись. К сожалению, они в таком удручающем состоянии. На общем собрании также приняли решение о сумме денежных вложений со стороны родителей. Также составлен список инициативной группы, которая будет осуществлять контроль за ходом и качеством работ. Заявка будет рассматриваться в апреле следующего года. А пока в школе начато оформление необходимой документации.